В Воронежской митрополии появился памятник святителю Митрофану. Этот подвижник веры жил в 17 веке и был первым епископом воронежским. Много сделавший для своего отечества и распространения православной веры, подвижник почитается как небесный покровитель всей Воронежской земли. Чин освящения памятника совершил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Божественная литургия в храме святителя Митрофана Воронежского в этот раз предваряла радостное событие – открытие памятника святому, которому было предначертано стать молитвенником этих мест. Обращаясь к собравшимся, владыка подчеркнул, как важно беречь православную веру. Мы должны беречь нашу веру как самое дорогое, самое важное в жизни, без чего мы просто пропадем. Это единственное, что делает нас Богу потом. Которые чувствуют, что жизнь не кончается только лишь материальными потребностями, что нам нужно высокий полет нашей души, нашего сердца, нашего сознания, и мы чувствуем, что это настоящая жизнь. По окончании богослужения митрополит Сергий вместе с духовенством спустился во внутренний двор храма, где при стечении множества прихожан совершил освящение нового памятника святителю Митрофану. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это уже второе скульптурное изображение святителя на территории Воронежской епархии. Первый памятник был установлен около Благовещенского собора 12 лет назад во время празднования Дня славянской письменности и культуры.